Bayview Entertainment. Производство Buck Has a Gun. «И сказал Господь Каину, где брат твой, Авель?» «Не знаю», — отвечал он, — «разве я сторож брату моему?» «Докажи, что фильмы не зло!» «Назови любые три!» Ты врешь. Ты работаешь в этом, как его, ФК... ФКС? ФКС или не работаешь? Федералы? Я не работаю в ФКС. Что такое ФКС? Федеральная комиссия. Привет. Сюрприз! Привет! С днем рождения, сучка! Спасибо, спасибо за все. 21? Да, не стоило это устраивать, но классно. У нас уже все есть. Мало алкоголя, пришлось импровизировать. О, нет. Папа приготовил сок. То, что надо. Нет, 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 я не буду. Придется выпить, потому что нам тоже пришлось. Я должна? Да. Ладно, хотя... Тебе 21 год. Я произнесу тост. Ладно. Только не это. Я быстро, быстро. Готовы? Три... Нет, 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 давай к делу. Как раз перехожу. Поздравляем. С днем рождения. И с началом паршивых летних каникул! Ради нее в главных ролях Сидни Дэй, Финиас Скотт, Маррен Хилл, Сири Олсен, Идо Борн и Бо Хоган. Buck Has a Gun Productions представляет. Авторы сценария Грейс Петро и Сидни Дэй. Режиссер Грейс Петро. Слушай, это нехорошо. Я хочу верить в то, что ты говоришь. Грязные танцы — это кайф. Придорожный ресторан, заезженный фильмец, причем какой-нибудь отстойный — это круто. Но твоя идея не имеет смысла. Патрик Суэйзи не появится в твоем общежитии. А почему бы и нет? Ты не пьешь, а притворяешься. Я вижу. Я пью. Ты просто... Гадость, но пью. Я хотела сохранить его для лучших времен, но... Ты смеешься? Давай. Это грубо, все для тебя. Ладно. Брат, я пытаюсь растопить лед. Но он не мой. Он умер 10 лет назад. В 2009. Теперь поверил. Ладно. Может, это призрак? Черт, Шон, никакой он не призрак. Ладно, поехали. Это было крепко. Слишком крепко. Мне хочется тебе помочь. Извини. Только как? Не знаю. Мне стукнуло 21. О, мне только что стукнуло 21. Ух, это лучше, чем папин сок. Да, лучше. Да, ничего зашло? Вижу, ты стараешься. Парни идиоты. Я бы поделилась, но... Не надо. День рождения. Я не хотела, потому что Шон, типа, сильно переживал насчет любви. Да. Мы его здорово надули, но сейчас надо немного притормозить. Он обидится. Для него это облом. Это облом, но... Да, конечно. Я отойду на секунду. Все хорошо? У меня какое-то странное предчувствие. Да, все хорошо. Все хорошо. Да. Да. Я чувствую, что ты не здесь. Вот. Да? Да, странное чувство. Но все хорошо. Не хочешь назад?
Нет, но придется. Может, тебе все бросить и пойти на стажировку по фотографии? Знаю. Да, я хочу так сделать, но не могу пока что. Семейные дела. Да. Понимаю. Но на месте твоей мамы. Тебе 21. Повеселись. Нет, все классно, правда, мне весело. Ну, раз тебе весело, моя работа окончена. Да, правильно. Отлично. Парни, Лил еще не напилась, давайте еще по рюмочке. Давай! Давай, выпьем! Выпьем! Черт! Так, продолжим. Давай, Лили тоскует. Прошу. Круто. Это тот самый пирог? Да. Жуть. Ужасно. Разрежешь? Горелый фрисби. Нет. Слушайте, он вполне съедобный. Хорошо. Супер. Круто. Нормально, конечно. Если тебе нравится, то и нам тоже. Да, мне нравится, очень. О, я рада, тогда давайте его съедим. Он сделан с любовью. Прекрасно. Ребята, тут горячо. Нормально. Не могу смотреть. Вот так. Получилось. Загадай желание. Загадай желание, задуй свечи. Желание? Желание? Я не знаю. Ладно, я желаю, чтобы нас... всех убили. Нет, 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 нет. Какого черта? Давай. Это не джин, не надо говорить. Не говори нам. Ладно, ладно, я загадала. Тебе 21. Чувствуешь? Надеюсь, ты загадала. 22, может, 22. Когда завтра придешь, ты мне нужна. В 6 вечера, уже еду. Войдите. Привет. Привет. Собираешься? Вообще-то нет. Я всех отправила. Было весело. Да, я хочу отдать тебе это. Это мой официальный подарок, скажем так. Это... новое чтиво. Боже, как здорово. Да, просто я думала, тебе же 100 000 часов завтра ехать в свой Бактаун. Да, да, далековато, так что спасибо тебе. Почитаешь, почитаешь. Спасибо. У тебя там телефон ловит в глуши? Местами, но не везде. Впрочем, есть хорошее местечко в ванной, там ловит. Правда, в других местах как получится. В общем, если ты хотя бы раз в день зайдешь к себе в ванную и напишешь мне СМС, потому что я буду скучать по тебе и буду писать тебе обо всякой ерунде, которая будет со мной происходить. Мне надо будет прибраться, прежде чем ты приедешь, или тебе самой придется этим заняться, я буду по тебе очень скучать. Мне не хочется тебя отпускать. Я просила тебя не уезжать, но ты уезжаешь. Понимаю. Я тоже буду скучать. Кто это? Твой брат? Нет, конечно, нет. Это Кормак, мой лучший друг и сосед. Неплохо. Вы с ним увидитесь? Да, да, увидимся. Он будет там. Они все будут там. Тут всегда было так? Все изменилось? Тут ничего не меняется. Конечно, ты давно тут не была. Меня не было год. Ну, все равно ты вернулась. Я вернулась, потому что нужна Лакс.
Как она? Ей уже лучше. Все станет лучше. Ты ей очень помогаешь. Да, она ждет тебя. Надеюсь. Я так волновалась за нее. Давай не будем будить сестру. Отдохни, а утром мы все устроим. Да, хорошо, да. Все будут рады твоему приезду. Это ты? Привет. Ты вернулась? Да. Прости, что не сказала. Я получала странные сообщения от Лакс. И не понимаю, что с ней. Но да, я приехала вчера. Мама подбросила. Не знаешь, где Лакс? Да. На репетиции парада. Лил, сейчас июнь. Да. Конечно. Да. Конечно. Захвачу фотоаппарат и прогуляюсь. Ты со мной? Да, давай. Черт. Прости. Я не могу. Прости. Надо на работу. Лучше подожди, Лакс. Она скоро придет. Работа. В отцовской фирме, да? Я партнер. Вот так. Да. Очень интересно. Да. Здорово. Я соскучился, Лил. И я тоже. Не волнуйся, Алакс. Все нормально. Ладно. До встречи. Вечером? Да. Город Джуниус наверняка встретит тебя вечеринкой. Класс. Пока. Пока. Мам! Лакс! Лил? Что ты тут делаешь? Ты о чем? Я приехала, Лакс. На парад? Но он проходит каждый год, ерунда. Нет. Что? Лакс, ты знаешь, почему я вернулась? Лакс, я просила достать курицу из морозилки. Черт, мама знает? Да. Она знает. О, простите. Я рада видеть моих девочек вместе. А это все зачем? Для вечеринки Лилит вернулась. Я вижу. Сегодня? Все рады, что ты вернулась, мы хотим это отметить. Господи. Ух ты. Что это? А, несколько друзей устроили мне сюрприз. Мило. Классно.
Эй, Лакс. Что? В чем дело? Зачем притворяться, что все нормально? Притворяться? Да. Ты о чем вообще? Это ты внезапно свалилась. Свалилась? Девочки, мы опаздываем, пошли. Уже вернулась? Что ж, быстро? Я не совсем вернулась. Нет, честное слово, я рада, что моя подруга вернулась. Привет, рада вас видеть. Давно не виделись. Да, давненько. Вы выросли. Привет, Лил. Отлично выглядишь. Загорела. Спасибо. Кстати, умираю, хочу услышать рассказ про большое яблоко. Я жила в Сан-Франциско. Да, конечно. Да, тебя не было год. Да. Конечно. Мы знаем, почему она вернулась. Отхватить кусочек прошлого. Ради Мэка. Что? Слушай, у меня новый дом. Приходи ко мне, если у тебя есть время. Нет, не могу. Прости. Который час? 9:21. Когда прилично будет уйти? В 10. Девочки, ради меня. Пообщайтесь с людьми. Сделайте вид, что вам весело. Притворитесь. Привет, рада тебя видеть. Я тоже. Очень рад. Привет, рада вас видеть. Расскажешь, в чем дело? Да, я хотела спросить о том же. Я про твои сообщения. Что происходит? Это мама? Лил, я ничего не посылала. Дай телефон. Что за ерунда? Они были, я их читала. Эй. Уходим.
Мой телефон в ванной. Я оставила его там на случай, если Марси напишет. Идем домой. Я покажу тебе сообщение. Ладно. Идем. Ну? Лакс, они были. Может, они как-то удалились? Все это очень странно. Иногда сообщения приходят, когда я на улице. Лил, я рада, что ты здесь. Но я не просила приезжать. Но есть человек, которого я пригласила. Мистер Джек Дэниелс. Бип. Мэг, тебе страшно рад. Он какой-то пришибленный. Я по нему скучала. Останешься? В каком смысле? Я в Сан-Франциско. Ясно. Просто я слышала, ты остаешься и все. Черт. Что это? Лакс. Уходи. Туда нельзя. Ты о чем? Это барьер между Джуниусом и миром. Черт! Уходим! Кто они? Что им надо? Это защитники. Защитники? Но от кого? От нечистых. Лил, идем. Погоди. Ладно. Я ухожу. И ты уходи. Лакс, стой! Тимми? Это я, Лил. Я была твоей няней, помнишь? Зачем вернулась? Пару дней назад. Я знала, что так будет. Но почему? Что ж, пора на ужин. Сейчас полдень. Верно. Веселого дня рождения. Привет, мам. Привет. Не поверишь, кого я встретила. Кого? Помнишь Тимми? Девочку, с которой я сидела. Маленькую Тимми. В Джуниусе нет никого по имени Тимми. Тимми. Маленькая девочка. Правда, теперь она подросла, но я сидела с ней, когда вы готовились к параду. Прости, милая, я не помню. Странное имя для маленькой девочки, да? А знаешь, кого встретила я? Кого? Кормака. Может, заглянешь к нему завтра? Он очень рад, что ты снова в городе.
Да. Загляну. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Приехала моя девушка. Привет. Привет. Как ты? Можно тебя? Да. Отлично, идем. Сейчас? Да. Мне надо закончить дела. Прости, встретимся у пруда через полчаса. Да. Идет? Да. Отлично. До встречи. До встречи. Хорошо, что ты здесь. Привет. Немного странно. Держи. Спасибо. Ты помнишь Тимми, да? Напомни. Тимми. Я часто сидела с ней, когда мы были детьми. Это было недавно. Мы водили ее сюда. Помнишь? В Джуниусе нет никакой Тимми. Ты правда не помнишь? Я сидела с ней 3 года подряд. Прости, Лил, не помню. Честно говоря, я мало что помню из нашего детства. О. Так о чем ты хотела поговорить? Не знаю. Мне кажется, что на меня смотрят как на сумасшедшую. Все в городе какие-то странные. Странные? В Джуниусе? Нет. Серьезно? Все здесь изменилось. И ты тоже. Да. Я изменился. Прости, я пропустила твой... Есть фотки из Сан-Франциско? Да. Конечно, полно. Покажешь как-нибудь? Хочу поехать. Поезжай. Увидишь все сам. Тебе понравится. Правда? Там есть все. Да? Может, когда-нибудь.
Что ж, спасибо за сэндвич. Правда, я ненавижу желе. Мне пора на работу. Бейтс не слишком понимает в этом деле. Да, хорошо. Постарайся на минуту порадоваться, что ты дома, пока мысли не убежали. Я говорю глупости? Нет, вовсе нет. Нет. I know things that you don't know. I know why the flowers grow. Not because they're watered right, not because they see the light, just because I love you. Я едва не вызвала полицию. У него воняло изо рта. Первое свидание, он не мог жвачку пожевать? Идиот. Лил, ты пропала? Нет, я здесь. Ты где-то витаешь? Что в городе? Сама не понимаю. Тут все как-то странно. Не могу объяснить, но чувствую, что зря приехала. Но слушай, это твой дом. Да. Не знаю. Все не так. А как сестра? Вроде ничего. Нормально. Нормально? Да, я просто не понимаю. Ясно. А ты как? Да, все в порядке. Не знаю. Просто не хочу здесь оставаться. Не понимаю. Если не хочешь там оставаться, могу тебя вытащить. Я еду во Флориду. Могу подкинуть тебя до Сан-Франциско. Поверь, я это сделаю. Марси, нет. Нет, ты с ума сошла. Не надо этого делать. Спасибо. Просто ты меня напугала. Все хорошо. Да, все хорошо. Клянусь. Ладно. Что ж, ладно. Я позвоню тебе утром. Если что, я приеду. Ладно. Спасибо. Я скучаю. И я. Созвонимся утром? Хорошо, пока. Пока. После полудня я заберу парней. Завалимся вечерком в Джексон. Спасибо. Когда ты узнал? О чем? О том, что она в городе. Я заехал к ней вчера. Забавно. А она заехала ко мне. Правда? Да. Постучала в окно. Я ее впустил. В общем, мы с ней сделали свои дела. Да.
Эмма рассказала. Я так и думал. Она советуется с тобой. Еще со школы. Да, мы с ней со школы. Но тогда не получилось. Да. До вечера. Чем займемся? Боулинг и пиво. Верно. Как обычно, по вторникам. Да, я приду. Боже, Мэг, ты следишь за мной? Что ты тут делаешь? А ты что делаешь? Ты пьян? Лил, тут темно, пойдем. Может, хватит шарить вокруг? Что ты здесь высматриваешь? Ты понимаешь, что говоришь? Мне нельзя вечером гулять по городу? Лил, поверь мне на слово. Вот. Об этом я и говорю. Вы все стали какими-то странными. Лил, ты вообще не знаешь, что это за место? Ладно. Ты меня никогда не слушала. Что это значит? Ты уехала! Я остался один, Лил! Прости, но ты сам остался в этой ничтожной дыре! Тебе не хватило духу поехать со мной! Не надо винить меня, Мэг! Слушай, ты ничего не понимаешь. Ничего. В день рождения увидишь. И что все это значит? Почему все об этом твердят? Привет, Лили. Ты потерялась, Лил? Тебе сюда нельзя.
Мы что-то упускаем. Локс, привет. Привет. Ты с камерой? Да. Эмма как раз видела мой телефон. Нет. А он не в ванной? Нет, я проверила. Он был там, но его нет. Слушай, Эмма, давай встретимся на репетиции парада. Да, ладно. Телефон найдется. Спасибо. Пойдем домой? Нет. Я еще поснимаю и поищу телефон. Ладно, детка. Пока. Где мой телефон? Что? Видела мой телефон? Нет, детка, а что? Ничего. Я его потеряла, но, кажется, знаю, где он. Ну, он найдется. Лил? Чёртова деревня! Что вам надо? Где он? Боже. Не может быть. Что за черт? Марси! Привет. Лил, слушай, прости за вчерашний вечер. Так, слушай, приехала моя подруга, я видела машину. Идем. Идем! Моя подруга Марси. У нее рыжие волосы. Она должна быть здесь. Марси! Куда она подевалась? О, черт! Машина стояла здесь! Вот здесь! Так, Лил, стой! Я тебе верю, ясно? Иди домой, а я поищу. Что? Лил, я продолжу поиски. Нет, я не пойду домой. Здесь моя подруга, ее машина. Ладно, ладно, я должен кое-что выяснить сам. Ты можешь уйти?
Хватит водить меня за нос. Ладно, прости. Завтра. Я все объясню, ладно? Мэг, прошу. Я тебе обещаю. Иди домой. Класс. Просто класс. Боже, Мэг. Привет. Который час? Не знаю. Утро. Я хотел поздравить тебя с днем рождения. О. Поймала. Что ж, тебе уже есть 21, да? Говорят, что да. Господи, Лили, это Джин. Ужасно. Волнуешься перед встречей? Немного, да. Как у тебя? В смысле, это связано со странной историей Джуниуса? Да. Но это ерунда. Скоро все закончится. Ты любишь Дина Мартина? Да. Не знаю. Начала слушать пару месяцев назад и, похоже, подсела. Слова, которые он говорит о любви, просто совершенны. Не знаю. Это глупо. Нет, нет, вовсе нет. Ты никто, пока тебя не полюбит. Верно сказано, правда? Черт возьми. Ты наденешь это платье? Да, надену. Правда, оно ужасное, уродское. Жуткое? Да. Можно ли это считать одеждой? Моя мама носила его лет 30 назад. Придется надеть. А бабушка носила его на похороны. Ужасно. Верно. Мэг, тебе пора. Я помогу ей одеться. Конечно. Прости. С днем рождения. Спасибо. Лакс, до встречи. Прошу, садись. Сейчас ваш голос звучит иначе. Мне говорили. С днем рождения, Лили. Это особая честь. Мне говорили. Если бы твой отец мог праздновать вместе с нами. Скажи, ты рада вернуться? Рада. Правда, я здесь ненадолго. На несколько дней. Да? А твоя мама уверена, что ты останешься навсегда? Нет. Я уеду. Ты останешься. У меня своя жизнь. Учеба. Твоя жизнь здесь. И всегда была здесь. Это твоя судьба. Какой сегодня день? 21 июня. Мой день рождения. А еще? Первый день лета. Летнее солнцестояние. Верно. И что это значит? В первые годы Джуниуса летнее солнцестояние было проверкой веры для его адептов. Им давались задания, вроде испытаний для ведьм. Если человек не прошел их, он не смог подтвердить свою веру. И его убивали.
Но это прошлое. Сегодня солнце достигло наивысшей точки. Как и 21 год назад, в день нашего рождения. Необычно, когда дни рождения совпадают с разницей в 21 год. Особенно здесь, в Джуниусе, верно? Почему особенно в Джуниусе? 21 день рождения, день, который дарует знания. Да, я знаю. Значит, ты понимаешь? Нет, я знаю, что родилась в первый день лета. И что сегодня я должна узнать о жутком прошлом Джуниуса, но больше я ничего не знаю. Твой день рождения делает тебя особенной. Мы планировали этот праздник с давних пор. А что символизирует осеннее равноденствие? Рост. Во всех смыслах это время урожая. Время праздника. Твоя жизнь имеет причину и цель. Кормак знает. Что именно знает? Не торопись. Что знает? То, что является благословенным бременем на 21-м витке вокруг солнца. Пророчество. И что означает это пророчество? Моя жизнь, как старейшины города, не вечна. Боюсь, мои кости хрупки, а сердце изношено. Ясно. Ты была избрана, чтобы привести к власти нового лидера. Ты была особенной, и ты это знала. Почему я? Я видел, как ты разглядывала семейное древо Джуниуса. Оно впечатляет. Я не присматривалась. И все эти люди связаны с главной семьей? Где они теперь? Как это? Они здесь? Они сделали город великим. Семейное древо только одно. Именно так. Всегда было одно. Ты, Мэг, были... Как сказать, чтобы ты поняла? Вы задуманы и спланированы. Ваша родословная обладает абсолютной силой предков. Какой силой? Ну... Вы с ним единственные обладатели необходимой родословной и генетикой. У вас с ним наименьший шанс генетической деформации. Лил, ты знал? Все это время ты знал? Ты позволил мне думать, что я сошла с ума? Лил, все не так. Ты согласен? Конечно, нет. Ты думал, что я приеду домой, и мы станем образцовой семейкой? Ты уже выбрал имена, Мэг Джуниус. Может, ты заткнешься? Я молчал, потому что... И почему? Я тебя не узнаю. Я люблю тебя! Да. И давно? Как давно? Не знаю. Может, всю жизнь.
Лил, когда я узнал о пророчестве, я молился, чтобы ты никогда не приезжала. Ты не должна была приезжать. У меня был свой план. Зачем приехала? План. Не пророчество? Нет. Не пророчество. Но это не важно. Чего ты хочешь? Мы можем уехать. Ты, я и Лакс уедем и будем жить у меня в Сан-Франциско. Не могу. Почему? Я не могу уехать. Он устроил так, что моя семья перестанет существовать, если я уеду из Джуниуса. Нет. Да. Лил, они смогут. Тогда я сбегу и приведу сюда помощь. У них есть план Б. Какой план Б? Им нужна родословная. Если не ты, значит, Лакс. Мне очень жаль. Я знаю. Привет. Привет. Все в порядке? Пробежимся. Возьми телефон. Ладно. Да. Эй, не так быстро. Лил, подожди. Боже, Лил, что с тобой? Лил, ты меня слышишь? Ты с ума сошла? Лакс. Я никогда ничего у тебя не просила. Мы уходим. Сейчас. Лил, сейчас. Я ее знаю, она не станет стрелять. Ты смеешься? Поверь мне. Лил, брось. Тимми? Тимми, это я, Лил. Мы хотим пройти, ладно? Опусти оружие, не глупи. Что происходит? Они все в деле. Все замешаны. В чем замешаны? Отвечай! Прости, Лакс. Прости, Лакс. Прости. Не волнуйся, детка. Ты рождена для этого. Это твое предназначение. Ты готова? Кладбище. Thank you.
say it changed. Oh, but I see right through it. Us to you, it's just a game. Вот ты где. Ты принес? Да. Слушай, Лил. Я принес, но... Я купил их на прошлой неделе. Они действительно еще месяц минимум. Понимаю. Так ты поможешь мне выбраться? Я не идиот. Я все предусмотрел. Изотретинаин. Что, Мэг? Ты думаешь только о себе. Мэг, это я. Ясно? Ты должен мне верить. Посмотри мне в глаза и скажи снова. Слушай, Лил, ты больна, ясно? Нет, Мэг. Я не больна. Я беременна.
Ешь, Лил. Ребенок не станет сильным, если будешь есть, как птичка. Мы не уверены, что это мальчик. Мальчик. Так, сейчас придет миссис Джейкоб и принесет платье. Она подгонит его по фигуре и все сделает. Класс. Придумала, как уложить волосы? Я не думала. Удивительно. Наконец, все случилось. Что именно? Ты не слышала? О чем? Маркус. Эмма не слышала о главной новости. О! О чем? Ну, просто Лил беременна. Лил беременна? Да. У них с Мэком образовалась семья. Лакс не говорила. Ну, вы с ней не близкие подруги. Но она уезжает в Сан-Франциско. Что будет? Она останется. Это ее дом. Зачем уезжать? Она здесь родилась. Это ее дом. Как и наш. Она этого хочет? Думаю, мне страшно. Нет, так и будет. Да, конечно, она должна этого хотеть. Это такая честь. Она молода. Думаю, ей очень повезло. И она это знает. Да, я жду церемонию. Да, мы ведь буквально всю жизнь этого ждали. И это происходит при нашей жизни. Фантастика. А я не пойду. Не будь дурой. Пойдешь. Все пойдут. Это настоящая благодать. Иметь возможность участвовать в самой важной церемонии за всю историю Джуниуса. Класс! Надо быть благодарной. Ладно, папа сказал быть дома. На этом расстанемся. Да. Нам уже пора домой, но ты об этом подумай. Да, не пожалеешь. До встречи. Что ты здесь делаешь? Если мама увидит, она убьет тебя. Знаю, знаю, просто я хотел увидеть тебя. Ну, прежде чем мы окажемся связаны земным и духовным законом и судьбой Джуниуса. Да, я об этом забыла. Как твои дела? А у тебя? Ты вляпалась, Лил. Да. Я вляпалась. Ну, увидимся там.
Мы встретимся раньше. Я принесла румяна. Эти тебе к лицу. Лил? Хочешь другие? Выбирай, все подходят. Есть еще тушь? Ты красивая. Лил, ты слышишь? Лил, ты слышишь? Лакс, когда я пойду к алтарю, проберись к выезду из города. Я люблю тебя. Моя судьба в твоих руках. Моя судьба в твоих руках. Для него. Для него! Ради него я буду рядом с тобой. Ради него я буду рядом с тобой. Всегда, вечно, во веки веков. Всегда, вечно и во веки веков. Ради него. Ради него. Ради него. Ради него.
У вас все хорошо? Да. Мы вернемся, переоденемся для танцев. Поторопитесь к объявлению о помолвке. Да, мы скоро. Мак, Мак. Лил. Не все потеряно. Надо бежать. Лил, идем. Лил. Слушай меня, ладно? Лил, ты слышишь? Лил, надо добраться до машины. Прямо сейчас. Лил, ты можешь догнать Лакс, но бежать надо сейчас. Это твой шанс. Я не пойду без тебя. Лил, прошу, не будь дурой. Нет. Лил! Слушай, я люблю тебя. Но ты должна бежать. Лезь через окно. Я скажу, что ты переодеваешься. Лил. Беги. Я люблю тебя. Я знаю. Прости. Я сделал это для нее.
sister. Для нее. Brother, come in. Режиссер Грейс Петро. В фильме снимались Сидни Дэй, Финиас Скотт, Марен Хилл, Сири Олсен, Эдо Борн, Бо Хоган, Натали Слайман и другие. Авторы сценария Грейс Петро и Сидни Дэй. Do you understand? It's hard seeing father than the time at hand. But how do you do it to make it rhyme? Just one time I'd like to see everyone smile. I guess it won't happen, not for a while. Sister, brother, let me see you smile.